Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, коли в Росії було оголошено часткову мобілізацію. Я неодноразово чув питання про те, що ця маса людей зможе змінити в зоні бойових дій. Наскільки ці 300 тисяч людей стануть переломним та вирішальним фактором для РВВ, щоб відновити наступ, пише блогер Олександр Коваленко з Леодесит. Далі мовою оригіналу. Собственно, ответ всегда был достаточно однозначным, несмотря на вал критики. Вся эта биомасса не будет иметь решающего и тем более переломного фактора для того, чтобы возобновить масштабные наступательные действия по всей линии фронта. Дело в том, что за 7 месяцев войны в Украине общая численность российских силовиков разнообразных структур, прошедших через зону боевых действий, составляла более 300 тысяч. Более 50% из них представляют собой потери, как прямые невозвратные, так и санитарные. Остальные – это подразделения требующие ротации и восстановления боеспособности. Фактически частичная мобилизация – это компенсация потерь и пополнение состава подразделений исключительно личным составом до штатного количества. На первый взгляд это решило бы проблему с комплектацией, но нет. Дело в том, что ресурс мобиков и так уже понятно – он непрофессиональный и некачественный. Это в условиях полномасштабной войны банальное живое мясо которым та же РККА во время Второй мировой войны закидывала нацистов, не считаясь человеческими жизнями. Кроме того, компенсируя потери в подразделениях личным составом, у российского командования нет возможности эффективно компенсировать потери по технике, нехватка штатного количества танков, ББМ, артиллерии и так далее в подразделениях сказывается на их возможности выполнять поставленные задачи. Таким образом, даже с учетом количества чмобиков, сопоставимого с общим количеством прошедших через войну профессиональных военных на служащих российской армии они не могут изменить ситуацию в зоне боевых действий. А все потому, что при восстановленном количестве личного состава катастрофически упало его качество именно катастрофически. При этом этот низкокачественный состав не имеет на вооружение достаточного количества техники, что еще больше занижает их эффективность. Возникает следующий вопрос: а если частичная мобилизация, которую на России так и не отменили, будет продолжать поставлять этот ресурс в Украину? Ответ аналогичный: они не смогут осуществлять масштабные наступательных операций по широкому фронту с оккупацией обширных территорий. И не только. Даже оборону и то им будет проблематично держать. Дело в том, что в сравнении нынешней тактики РОВ и РКК периода Второй мировой войны есть отличия. Тогда на массу, кидаемую командованием РКК на убой, работал еще и ВПК СССР, выпускающий ежедневно огромное количество техники, боеприпасов и, конечно же, ленд -лиз. И, конечно же, ленд -лиз. В нынешних же условиях Россия уже полноценно не может обеспечить своих чмобиков, бронежилетами и шлемами, а порой автоматами и патронами, не говоря уже о нужном количестве техники. Частичная мобилизация вскрыла в России еще больше проблем, чем полномасштабное вторжение в Украину, и все они связаны с реальным потенциалом обеспечения армии и солдат всем необходимым. А потому в случае продолжения частичной мобилизации качество ресурса будет только ухудшаться, что опять-таки не будет им давать возможности для реализации не только масштабных успешных наступательных операций, но и создания глухой непроходимости обороны. До встречи, глядачи, Поражем, поширяйте, коментуйте, лайкайте. Мы сила!